В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели мониторинг оснащения медицинских учреждений в 8-м микрорайоне Одинцова. В ходе инспекции партийцы пообщались с медицинскими работниками и жителями. Первым пунктом посещения было 4-е терапевтическое отделение поликлиники номер 1, расположенное на улице Маковского. Здесь наблюдается нехватка помещений для приема и нет кабинета диспансеризации. Затем партийцы посетили 3-е педиатрическое отделение детской поликлиники на Комсомольской улице, где жители в основном обращались по поводу нехватки врачей-педиатров и отсутствия системы кондиционирования. Все замечания были зафиксированы и приняты в работу.